Пов и кулак. Далее кунт и врка. Хаюшки все. Пов и каска. Спасибо. Каску, да. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Это заклинание еще не готово. Звездочку вытягивать, ПК, Фрэнзи, Звезды. Там еще привели, мой дохильт. Ну, там не сильно что-то поменяли. Теперь тащим на босс, к второму танку. Сегодня быстро нам доличат 21.0. Кажется, да? Да. Турелем. Паринг. Нормально. Так а что так быстро? Боро. Ну, собрали быстро, во-первых. Кральки не покашило, наверное, поэтому и быстро прошли. Кральки не было, но только новичок пришел. На время два раза. Три лайпа на мече, четвертый раз в день. Короче, обычно полчаса идет сбор, а тут быстро собрали. Баф у всех есть. Ну, то, что ты просил каски раздать, я всем раздал каски. Это... Давайте еще кружочек. А не кружок.
А, меня не слышно было, да? Да. Угу. Кушайте рыбу. Через 10 секунд выпуляет. Чекну. Пока. Тут запулили уже как бы. Ну, я знаю, я просто говорю то, что говорил раньше. Горите в огне, хозяин! Нет, прилива. Одна всегда под морды выходит. Так вой, ты чем? Безупречная тактика Войда. Такая же четкая, как и драники на сковородке. Хоть нихуя не умеет драники делать. Да, кстати, на том видео было больше Войда, чем драников. Есть он такой там видео? Слишком крупно картоху похуярил. Нет, это говно, а не драники. А ты хочешь и мелко, пасту? Через терку? Ну да. Не, я видел один рецепт, там бабка какая-то такая, старуха, короче, готовит. Она перехуяривает в миксере, короче, картоху. Блендер это тоже ебалована. Не, многие нормальные получаются. На вкус и цвет. Чек. А чё, удобно, в миксере. Все перемешал там. Картошка. Так, давай, Морин. Бля, ну допустим, пюре картофельное тоже удобно в миксере, но конченое все равно получается. Ебать, народ! Слышно меня? Нихера себе! Это я сходил, ссылка. Меня не слышно? Слышно, ссылки упала. Надо будет перезайти. Нет, просто прибавится. Да нет, здесь нету прибавки. Да не, он лагает, что-то мне кажется как-то. Он с телефона, наверное. Сейчас, подожди. Сейчас посмотрим. Нужно сделать. Блин, это походу, если у меня колье сумки упало, оно падает раз в 5 лет, то меня завтра на улице кирпичом прибьёт, наверное. Подожди. Так же, ну, слышно. Лучше слышно. Ну, Моровин, ты танчишь босса, вот первую копию, вторую весёлочка, начинайте. Цирк приехал. В мире хватает героев. Ой, танчи. Почему не прожался? Фога, поднимай Хали Селаси, веселочка, забирай босса. Фога, поднимай Хали Селаси, Хали Селаси, Моровин. Нет, БР, есть. Поднимай Моровин, да. Почему не спит танка? Дайте каску по Моровин и лапу. Сейчас на второй копии веселочка дашь ее с каплю на Моровин, если достанешь. Срезку еще пожмешь. Пожимай Саку. Пожми еще срезку. Пожимай срезку. Ты куда ушел? Я очень не вижу. Спасибо.
Без вас я бы долго не продержался. Чё с Джерином случилось? Чё вы там сафик или что-то решил? Да нет. Марина, стой! Дайте фулбаф каску, там под друидом крест, 300 баф, инту. А есть у кого где-то дали смерти под ДК? А я спряталась здесь и запечатала. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. А геньту дайте ты? Ничего удивительного, обычные два удара. Ну, как хилит флешкой. Флеш и флайт. Спешка света, да. Дальше. Хилит эрдру. Да, там тихо. Там два шамана было, почему он умер так рано? Ну, потому что не хилили его шаман, и вот он и упал. Если не хилить танка, то, наверное, он будет падать. Ну, понимаешь, есть они еще один танк. Они первый раз ходят с нами. Или нет? Или он тогда один был? Ну, короче, там полторы секунды всего, когда его сотки снесло. Если бы хвалка с тобой снесло бы. Моровит начинает танчить. Где? Сейчас я перезайду с компа, будет слышно лучше. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел! Да. Стиль, кому даешь? Серию, кому даешь? Ну, БДК. Моровит. Ты, да? Ваша своя хрень есть. Ладно. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Ставьте стол. Что ДД мало, мне кажется. Куда же попасть? 90 РДПФ для таких. Более-менее убитых. Кликните на стол там. Крипка стоит. Тут если вайп все равно рыбу ставит. Пишем в экран, как вы кролики. Нормально слышно сейчас? Даже очень. Да. Сейчас. Секонд ставишь. Это первый раз? Да, вроде первый. Принимай сумоны и бафаем ханта, кушаем рыбу, пьем фласки. Ваня, подойди персонажем ко мне лицом в лицо, типа, и сбоку немножко встань. Эту камеру. Что ты где? Вот он стоит. Так, Машулечка, ты тут? Кто вам лучше хилить? Машуль, напишите. Прикольно.
Ну, Машулечка, по-моему, на том КД хилила тьму. Ну давай, Машулечка, калп, свет, все остальные тьму. Не, наоборот, давай, Машулечка, тьма, пистол, свет. Кокося она диспелит во тьме. Морвин танчит тьму, Войт танчит свет. Мелкий трэш танчит веселый. Четвертой пати остается добивать големов. Машулечка хилит свет. Чек на пул. Голос. Заходим за линию, море ведь начинай. Кто на эти диспелит? Никто. Это не важно сейчас. На первой фазе хилы диспелит. Фибрилляция, выноси метку. Отошли от прямо босса, метеор. Жаль. Я подиспелю. Смотрим лужа. Лень, метка. Молодец, метку. Через хвост возвращайся, ты не туда побежал уже, это неправильно. Прожимаешь сейчас бабл и бежишь. А, не побежали далеко, там на нем же метка была. Смотри внимательно, Войт. Молодцы, метка была. Подбегите к Войту, подхильте его. Изофилакс метка. Бафы по Машулечке. Изофилакс и диспел. Аллилуйнари. Бога, иннер, Машулечки, бестмод, иннер, Машулечки, босса играем. Сразу уровень заходи, четвертая пати остается, добивать кружок. Рейд заходим. Глаз метка. Паладины, дайте бафы по шаману. Это, Машулечки. Лапу бафните. 300 баф. Молодец. Заходи. Метка будет вместе с лезвием одновременно. Вносим назад параллельно морде. Морде босса. МК, мах, МК. МК обновляйте, мать. Бога, метку назад. Быстрее. 53. Да ты диспелишь, Фуга. Фуга, ты неправильно возвращаешься. Надо сразу назад поворачиваться в рейд, а не бегать эту метку. 51, фаза. Видел метку, не диспельте так никогда больше. Не до стены доноси. Танкро, выноси метку, рейд, выходим в свет. Свет, выходим в рейд. Дали в квадратик. Консок скинь, СС накалка. Тулечка, дай рост. Тем обнови. Лень, метку назад. Прямо босса подошли немного. Бор побежали. Стола, давай рост. РДД в свету, бьем большого голема сейчас. Я от нужд бьем большого. Далеко метка. Светуха Лена, не бить, бьем только трэш.
Помогли добить мелкий трэш, клотовый на семетку. Башвы на семетку. Сейчас будет метеор. Помогаем бить взрыв разума, присты. Дали метеор. Калена все не бьем, ждем лужи, потом бьем большого голема. Листнут метка. Всех большого голема переключились. Дайте баб посови. Время прожал, сори. Листнут не диспель себя, если не умеешь диспель. Кто это был? Собери танк. Талик он метка. Поднимай этого пейс-мода. Побежали сейчас. Я, короче, метеор. Сильно лагаю и не слышу, что ты говоришь. Побежали, метеор. Стопаю. Да, тьма стопает. Отбежали от лужи. Леголас, вы на семетку, Ваня, диспель Леголаса. Прою гимн на хп просто. Все, пейте нормального теперь. Большого голема играем теперь. Плота бей взрывом разума. Так, инеры обновили, машурки, дайте бафы по бисмоду, веселочка, прожми срезку, хаба вы на семетку. Свет только трэш. Трэш, собираетесь сейчас. Квадратик стали, играем в трэш. Так, метеор, побежали. Патрулю дайте баф, пожалуйста. Бисмод, поднимай фогу. Бисмод, поднимай фогу, возле квадрата стоит, быстро. Вибрилляция нет. Катя, когда во тьму зайти? Пока нельзя, сейчас будет лезть. Подрывем баф. Свет только трэш. Играем большого голема и мелкий трэш. Алена, свету пока не бить. Куда можно зайти? Лень, метка. Сейчас заходи. Подпримем во тьму, сейчас сдохнем, да. Прохила по рейду нет. Беги. Быстрей беги, заходи и хильс, рейд. Все. Падаем. Сколько от меня рейд на 20% хп. Я короче... Секунд 20. Комп перезагружать буду. Бога как умер. Лезвие. Он типа вынес назад и его лезвие догнал. Бога, ты слышишь, что я тебе говорю вообще? Как выносить метку? Слышал, я вынес ее в лезвие наперед. Правильно метку выносишь. Ты выносишь метку, появляется большая лужа. Вместо того, чтобы повернуться на 180 градусов, вернуться в рейд по прямой линии, ты начинаешь почему-то оббегать этот круг большой, забегать за него, за босса. Появляется лезвие, ты в нем умираешь. Ну, не знаю. Всегда получалось. Всегда давали пэдок. Ты сделай так. Что давали? Что давали, не услышал. Паладину давали тебе, чтобы бежать быстрее, я всегда облик и быстро добегал. Причем здесь это проблема в твоей реакции, не в палах и холи присте. Без длани и без холи приста можно спокойно вынести эту метку, не умерев при этом. Не видно, как ты выносишь на первой фазе эту метку, там просто повезло, что лезвия не было. Дело в том, что человек не знает, что вокруг шариков, когда лезвия появляются, кастуется такая фигня 15 метров, пульсация называется, она бьет так же, как лезвие. Никто этого не знает, никто этого не видит. И ты в ней подыхаешь, когда... Когда лезвия начинаются, или когда во время лезвия метки вы выносите, вы должны находиться вдалеке от шарика, и не в лезвие. И ты этого не знал. Ну 15-20, какая разница? Факт в том, что некоторые люди их не видят и даже не знают, что там пульсация есть. Сорян, ребят, значит мой косяк был. Ну вот теперь знаешь об этом и делай так, чтобы ты не умирал.
Я хорошо понял вас. Каску мага. За что мне ГП? Я Войда хилила. Ты сказал отойти, я хилила Войда. Надо с умом хилить, а не... Да он умирал, если, блин. Потому что ты баба. Ваня. Ваня, Варенька. Бывает, будет справедливо накинуть ГП на молодцу твою метку. Просто неправильно. До этого на него кинулся метеор. Войд брал агрить второго голема. Вы не доставали хилить из-за этого. Молодец, тверка. Ну как метку выносить? Вторую метку перед метеором. Не в сторону морды, в сторону хвоста. У тебя было время оббежать метеор, вернуться в рейд живым. ЛБДК не бежал, ну, на твое место вдруг, если на тебя кинется метеор, появится большой голем. ЛБДК придется бежать через полкомнаты, агрить его. Прием без мода, пока перезагрузит компьютер. Так, вот зашел. Кулак просто баф. Все, давай бафаться. Халисиласи тут. По друидам. По бестмоду и можем начинать. Кулак. Кулак по друидам. Молодец. Раздай кулак по друидам. Дали кулак? Каски. Чек. Все готовы, Моровинг начинает. Немножко неудачно ты поставил. Стреляться. Пойди спойдем. 5 фреймов босса. Метеор. Побежали. Девочка метка. Стаунд. Моровин, делай пару шагов назад и ставь его в то же положение, как он стоял. Сойдет. Шметка. Пиор. Бежали. Пошли от лужи. Моровин, попробуй сейчас просто пройти сквозь Халиона, повернуть его на 180 градусов. Поверни его. Потом будешь, когда заходить во тьму, стаунтишь. Ладно. Моровин, заходи. Хилы, заходите, лужи пропали. Притопать остается добивать голема. СС на КД еще? Да, 4 минуты.
Блин, метка. Заходите, если на мин. Да. Входим. Быстрее заходим. Быстрее. Дезвы. Тринфлай метка. Заходи, Саш. Так, давай, Саша, Инер пистоли. Вот Инер пистоли. 8 момент. Отдал. Принял. 53. Дурак, что ли, бля? А. Давайте сейчас будет переходка и метка. Идем метку, не выходим сначала. Теперь выходим в свет. Входим в свет. Встали в квадрат. Толечка рост. Кот бей через взрыв разума. Йом. Молодец, выноси метку. Дай немного. Вот побежали. Пистолу давай рост. Свет, смотрим, как лужи разливаются. Бьем благолемы. Квадрат отбегает. Метка. Большого голема сыграли. Леона не бить пока. Бьем только трэш. Так, ингаляция метка. Спелю. Становимся в квадрат, сейчас будет метеор. Метеор, побежали. Смотрим, как развивается лужа, потом бьем большого голема. Халена пока не уже в рейде. Веселочка метка, маги, надо заморозить трэш возле квадрата. Бьем большого голема теперь. Хилим протопал, у него спасобило уже. Осторожно. Играем большого голема. Снялась метка. Стали в квадратик. Помогли купить мелкий трэш. Веселочка, кинешь каплю на Войда. ПДК. Брали свет метеор. Каплю на Войда. Смотрим лужи, как разливается. Пилим сову, БДК. Так. Хершам выносит метку. Я пою гимн архил, ты из себя диспель. Играем большого голема. Магия, присты, обдотали Халена, добиваем большого голема. Занкро метка, ВФ метка. Тали в квадратик. Так, метеор, побежали свет. Бестмод, поднимай Халиселаси, смотрим, как разливается лужа. Да как-то он меня под собой убил. Бестмод, выноси метку. Выноси к стене метку, выноси. Пою гимноману, Машулечка, ставь тотем, добиваем большого голема. Дали бафы по сове. Протопал каску по сове. Так, Алиселаси метка. Били большого голема, помогли добить трэша, вдотали Халиона, встали в квадрате. Метеор, побежали. Пилим сову, жми кожу. Халиона все тупо пока не бьем, добиваем трэш, потом уже босса. Давайте большого голема играем. Трэшам выносит метку, Клота давай гимна отхил. Гимна отхил. Играем большого голема. Можно 60 подождать. Ну, сейчас будет 60 как раз добьем. Там большой. Далеко метка, айконфлан. Метка, айконфлай. Йо. Глыбу прожми. Молодец, не прожал. Метеор, побежали. Смотрим, как развивается лужа, потом добиваем.
концовок свалить метку. БДК вот не упал. Фу-фу-фу, как опасно. За бред, я умер у него прям под пузом от дыхания, это чё? Дыхание урали работает. Истерию зажали, суки. Ты, наверное, писюном дых это попал как-то. Там, короче, у меня мана кончилась, я пока банку пил. Там у Сов вроде не настолько развит маня. Чё ты не попросил, кстати, это Ким? Чё, Ким? Ким не попросил. Ты на момент начала коста дыхания был в его видимости. Вот сейчас я был в его видимости, я короче, банку выпил, и до как раз сдох, я уже волну начал кастовать. Сона хила. Стойте. Вдруг она мне нужна. Она мне нужна на ДЦ? Или не нужна? Да, это бис. I can't fly. Give me fucking port, please. Ладно, давайте отменим ГП. Был один всего лишь трай. Будем считать. Поняли, что я хотел от вас. Мужик, чё? Машулечки я бы оставил, в принципе. По той же причине, да? По какой? Так, кому... Бля, порт не дали, да? Кто плюсовал? Не бесишь, Трися. Она умерла просто, как-то я не знаю вообще.